Совместили приятное с полезным. Многие люди, посетившие центр столицы, чтобы посмотреть парад, решили сделать прививки в мобильном пункте вакцинации. Так решили сегодня посвободнее. Мы были запрограммированы в центре, центральный пункт, но заметили этот... Поэтому решили уже здесь. В мобильном пункте желающим предлагают несколько видов вакцин. Avem la moment disponibile 4 seruri de vaccin. AstraZeneca, Pfizer, Johnson și Sinopharm. La moment sunt vaccinați, deja avem 23 de persoane. Suntem în așteptare cardiodidactice. Минздрав сообщил, что с 27 по 31 августа все центры вакцинации в стране будут работать с 8 утра до 3 часов дня, а мобильные пункты в столице будут доступны до 6 вечера.